Уже известно, что одно из агрообъединений планирует строительство в Усть-Лабинске завода по производству продукции из полипропилена. Благодаря займу предприятие сможет приобрести оборудование на 50 миллионов рублей. Другая компания планирует модернизацию производства для увеличения ассортимента. Займы позволят сделать с предприятием значительный рывок вперед и создать новые рабочие места, уверен губернатор. Промышленность региона нуждается где-то в перезагрузке, а где-то приходится и вовсе начинать с нуля. Сегодня отрасли необходима особая поддержка, чтобы затем окупить сполна все вложенные средства. Общая капитализация фонда в 2018 году составила 500 миллионов рублей. В ходе рассмотрения поступивших заявок фонд будет выделять самые перспективные кубанские предприятия. Им будут предоставлены кредиты под 3-6% годовых, что значительно ниже рыночных ставок. Бизнес активно привлекает средства и из федерального фонда. В прошлом году предприятия получили займы на 300 миллионов рублей.